программа 16+, поэтому вся такая вот возможная терминология, она имеет место быть. Шутки, прибаутки, анекдоты, все это очень хорошо приветствуется. Еще никто не беременный, хорошо? А, я буду выходить, похлопайте мне, пожалуйста, так приятно. Як ви зважилися прийти на всю країну сказати про те, що ви плануєте завагітніти? Ребенок, он выбирает родителей сам. То есть душа ребенка уже знает, что она будет внутри, в животике у Ирины. Какой был вопрос? Дети не заводятся. Ненавижу этого определения. Просто ненавижу. Дети сотворяются. С этим согласен абсолютно. С тем, что говорят наши эксперты. И поэтому у нас такая пока идет передача вот на таком позитивном ключе. Мне это нравится. А Баба-Яга против. Когда вам это говорят, вы говорите, я хочу со своей супругой заняться сексом во всех странах мира. У нас есть карты, мы себе отмечаем те страны, в которых мы занимаемся любовью. Розумієте, я як ведуча, я ж маю провокувати, я ж маю запитувати такі питання, задавати там, де боляче. Зараз надам слово Марині. Знаєте, Марина сьогодні як рояль в кустах. Іноді пара вважає, що якщо народжує мама, то і аналізи вона лише має здавати. А тато, ну, в принципі, він так начебто є, ну і молодець. Мамі обов'язково треба підготуватися до беременності. Але це не значить, що вона повинна йти кудись в монастир, підключити дві вени, здати 56 аналізів і молитися Богу, я не знаю, робити щось інше. Лікуйте мене швидко, тому що я майбутня мама. То, що у нас сьогодні називають йогою, це чаще всього не йога. Йога – це філософія плюс гімнастика. Моє чітке убеждення. Никогда нельзя проверить, насколько врач профессиональный, насколько он завышает или занижает обследование, которое он вам предлагает. Вы не медики, вы это никогда не поймете. Откуда вы знаете, Александр болеет краснухой? У него инкубационный период сейчас или нет? Я сижу с ним рядом. И мы же не можем вот сказать, что это наикращие два лекаря в Украине. Будь ласка, вы уявляете, что будет відбуватися? Что будет робити? Что найгірше. Вот вам сказали сдать анализы на 9000 гривен. Да, вы подошли к другому врачу, и он сказал, что вот это не надо, это не нужно, это можно сдать потом, да, и вы уже вложили 250, так сказать. Поэтому абсолютно правильно, респект и уважуха вам за то, что вы к этому подошли. Ну, мы врачей практически нашли уже себя. Двух, відразу. Советы подходят, все рекомендации подходящие.